улица Грибоедова, дом 26, корпус 6. Рязанцы привыкли, что в этом здании находится детская библиотека. Но мало кто знает, что именно здесь хранится весь кинофонд Рязанской области. Летят журавли, броненосец Потемкин, Морозко, первый в космосе. Классические и современные фильмы на 35-миллиметровой пленке составляют гордость Рязанского архива. В 5 комнатах собрано более 1000 экземпляров. Самому молодому экспонату всего 2 года. А вот самому старинному исполнилось почти 70 лет. У нас есть хроника 6-частевая Сергей Есенин. Вот на пленке на этой. Там он сам читает стихи. Это вот просто такой вот сохранилось, где он сам читает стихи. Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или стреление калекам? Проведите! Проведите меня к нему! В основном в кинофонде хранятся документальные и художественные фильмы. Это мировые шедевры и отечественные картины советского и российского производства. Некоторые из них снимались в Рязанской области. Это трудно первые 100 лет. Этот фильм снимался в Шиловском районе. «Парашютисты» фильм тоже снимался в Шиловском районе. Так, в «Туча над Борском» в Касимове у нас снимался этот фильм «Мусульманин». Очень такой фильм, конечно, трогательный. Часть уникальных кадров можно посмотреть на DVD. Для остальных нужен специальный проектор. Такой есть только в кинотеатре «Октябрь», где показывают старые фильмы на большом экране. В кинофонде же они хранятся в бобинах и делятся на категории. В первой категории у нас фильмы идут, которые отработали 90 сеансов. Потом вторая категория с 90 до 250. Третья категория до 500 киносеансов. А потом уже смотрим, списывается он или не списывается. Задача фильмопроверщицы – осмотреть бобину на предмет дефектов и внести данные в специальный журнал. Своеобразный паспорт фильма. Ведь пленка – один из самых надежных способов хранения информации. При бережном обращении ею можно пользоваться в течение 100 лет. Однако некоторые материалы все же исчезают бесследно. Так, после многочисленных переездов в кинофонде не сохранились виды старой Рязани. Там и колхозы, и совхозы, вот такие всякие. И на фабриках, и там и в магазинах. Вот эти ролики все были о Рязани. И там о проведении города Рязани, вот такие все мероприятия, такие, все было. Но потом куда-то они все исчезли, кому-то понадобились. В сохранении документального наследия регионам помогает гостелерадиофонд. Каждый месяц сюжеты и программы, произведенные телекомпанией «Город», отправляются в Москву, чтобы пополнить золотую копилку отечественного телевидения. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».